Инспекторы ГИМС и сотрудники Управления гражданской обороны напомнили о правилах поведения на водных объектах. Проверяют в первую очередь неофициальные места отдыха. Делают это не реже двух раз в неделю. За купание в неположенном месте, а также за вождение моторных лодок в нетрезвом виде или вовсе без прав управления выписывают штраф от 500 до 1000 рублей. Впереди, по прогнозу синоптиков, жаркие выходные. Специалисты напоминают, что купаться в ноябрьске безопасно только на одном озере Светлом. В остальных местах по разным причинам запрещено. Вода не соответствует же нормам. Это раз. Во-вторых, здесь глубина сразу начинается от берега. Делал два шага, и ты уже оказался на глубине 14 метров. Как вы помните, у нас в том году на этом озере был случай гибели молодого человека. Он просто ходил вдоль берега, разговаривал по телефону. Оступился, оказался на глубине. Звал на помощь, и никто даже не обратил на это внимания. Так что человек погиб. В этот рейд в поле зрения проверяющих попали два места. Провели инспекторы и профилактические беседы. Напомнили о правилах безопасности и раздали памятки. У нас подводный объект, да. Желательно туда без взрослых не ходить, да. Но если уже выше на берег, смотреть друг за другом, да, чтобы кто-то не упал случайно куда? В воду.